Объясняю, для чего берется Dirk. Dirk достаточно недорогой и кост-эффективный для своих денег. То, сколько вы тратите на него, оправдывается. Если вы билдите коллектор, то вы, блядь, должны выйти сейчас же с этого стрима, нахуй, и забыть про него на всю жизнь. Надеюсь, внятно объяснил и понятно. Подожди, я блокнот забыл открыть. Можешь повторить, пожалуйста? Все, сори, клип делай.